сегодня с вами я, Пикси, и, как всегда, новая коллекция бумажных сюрпризов. Да. Так, сейчас я ее покажу, когда начнем открывать. Вот у меня тут сразу два сюрприза мяу-мяу лежат. Точнее, что нужно котику, я просто прочитала. Запуталась чуть-чуть. Так, кстати, не обращайте внимания на звуки на фоне, там у нас был дождь недавно. Так, еще пакетики, что нужно для котика. Кстати, я самого котика забыла взять. Ну ладно. В следующем видео покажу, как все на нем смотрится, если это что-то вроде этого. Или я могу дотянуться. Вот, вот он. Случилось ЧП, у котика отвалился хвост. Ну ладно. Приклеили обратно. Так, сразу выберем сюрприз. Давайте вот этот самый большой. Мне он больше всего нравится. Так, все остальное отложу, чтобы не мешались. Так, следующая коллекция. Блестяшки. Так, все блестяшки. Вот. Первая коллекция с наклейками. Возьмем вот этот. Да, что-то я начала брать сюрпризы и не показала вам новую коллекцию. Секунду, мне ее надо найти, я ее постоянно зарываю. Так, вот она. Вот, сейчас. Вот. И она называется «Что нужно к лету? Ожидание, реальность». Здесь будут вещи, которые нужны летом, просто необходимы. Как ты представляешь, как они будут выглядеть и как на самом деле. Возьмем сегодня пакетик, на котором написано «Ожидание, реальность». Так, откладываем. Коллекция кис-кис, которую мы закончим в следующем видео. Я ее так люблю. Это моя самая любимая коллекция. Ну ладно, возьмем вот этот пакетик. Так, коллекция «Мой шкаф». Кстати, я чуть переделала шкаф. Возьмем сегодня белый. Да, вот белый на пакетике нарисован. Сейчас возьму эти. Опа, ой, Пикси аж упала. Так, Пикси, сиди, не падай. Так, последний пакетик с сумасшедшей коллекции. Она реально сумасшедшая. Кто не знает, в чем ее смысл, смотрите прошлое видео. Так, осталось два пакетика. Я думала, четыре осталось. Может, я потеряла пакетики, но я не уверена. Короче, два пакетика, но, наверное, я потеряла. Я посмотрю. Возьмем вот этот пакетик. Я после видео обязательно их найду. Так, коллекция стружка от карандаша против вот этих штучек. Не буду объяснять. Первое видео смотрите. И вот этот пакетик. Так, откладываем. А, нет, у меня тут... А, они просто склеились, вот. Я их не потеряла. Так, коллекция «Радуга». Возьмем вот этот. Наугад взяла. Так, тут уже целая гора пакетиков. Откладываем. Гора, точнее. Так, и осталось два пакетика коллекции «Морской бой». Она мне тоже достаточно нравилась. Давайте возьмем вот этот. Откладываем. Так, все отложили. И давайте открывать. Так, у меня сразу тут открыта страница с коллекцией «Морской бой». И... кис-кис. Будем открывать по страницам. Так, открываем «Морской бой». Открыли. Ой, они выпали. Я, кажется, плохо склеила. Ну ладно. Так, первое. Б3. Откроем. И А2. Так, берем. Так, кис-кис. Вот наша страничка. И что там? Б3. Вот Б3. Последняя Б. Открываем. Здесь у нас никого нет. Здесь просто волны. Вот. Теперь А2. Вот. И открываем. Ой, порвалось. Ну, здесь тоже волны. Да, что-то нам не везет. Ну, в следующем видео мы закончим эту коллекцию, к сожалению. Так, теперь коллекция кис-кис. Тут молния. Давайте же подтянем на нее.
Так, сейчас, секунду. Вот. Вот так. Очень хорошо открылось. Идеально просто. Так, и вот наш сюрприз. Очень маленький. И это котик Мейбл. Да. Если бы у Мейбл был котик, он бы выглядел, наверное, вот так. В свитере, как у нее. Но, наверное, у нее не будет котика, потому что она любит пухлю. Так, у меня новый клей. И приклеиваем. Это коллекция без наклеек. Но сейчас я начала делать наклейки. В новых коллекциях вы их увидите. И приклею рядом с котиком дяди Стэном. Да, у меня тут их много разных. И в следующем видео мы также закончим эту коллекцию. Так, Пикси постоянно падает, не хочет сидеть на месте. Так, следующая коллекция, что в моем пенале? Вот, я вам покажу, что он попадется. Так, возможно, чуть-чуть совсем порвем. Я буду аккуратно. О, вот, у меня так получилось. Ай-ай-ай. Все. Надеюсь, не порвали. А то с этой коллекцией вообще. Мы рвем. С ней я рву. Так, не порвали, отлично. И вот наш сюрприз. Это лего-ручка черная. И вот моя ручка, но на ней сейчас монстрик вот такой я нарисовала. Вот сюда можно детальки лего настоящие прицеплять. Вот это лего-мерч, можно сказать. Так, убираем и приклеиваем. Здесь все еще не наклейки. Да. Так. Намазываем. Я полностью хочу приклеить. Надеюсь, у меня это получится. И вот так. По диагонали опять. У меня тут почти все по диагонали. Вот, есть сложенные сюрпризы, потому что они не вместились. Сейчас показывать не буду. Смотрите прошлое видео. Так. И что я хотела сделать? А, поставить галочку. И ручки ставим этой же ручкой. Логично. Кстати, ей я обвожу картинки иногда. Так, следующая коллекция. Стружка от карандаша против вот этой штуки от блокнота с пружинкой. Я сразу найду фотографию, чтобы знать, куда приклеить. Быстренько перелистываем. Вот. Так. И открываем наш пакетик. Открыли. И рвем. О, я уже знаю, что это. Это достаточно прикольно. И это балерина со стружкой от карандаша. Такая красивая. Ля-ля-ля-ля-ля. Я танцую. Кстати, я тоже раньше занималась балетом. Так. Но наш шпагат я так и не села. Да. Но очень хотела. Но не села. Лень меня победила. Так, приклеиваем вот сюда. Я это даже помню. Так, как? Вот так вот. Вот чуть-чуть новичку. Вот так. Все, и у нас еще по одному сюрпризу из каждой секции мы закончим эту коллекцию. Да, я же не ошибаюсь? Ну да, я не ошиблась. Так, следующая коллекция. Что в моем шкафу? Или мой гардероб? Мой шкаф, мой гардероб, неважно. Так, тут уже выпали прошлые сюрпризы. Сейчас я их повешу обратно. Да, эти сюрпризы мы не приклеиваем, а вешаем на вешалочке. Я вам, возможно, сегодня покажу, а возможно, будет сюрприз, который мы приклеим. Потому что у нас только сюрпризы, которые надо повесить. Так, это убираем. И вот сюрпризик, мой шкаф. Открываем. И здесь сюрпризик, который мы приклеим, наконец-то. Я так ждала. Так, убираем. И это вот такие туфли на каблуках. И это та вещь, я не помню, говорила я, которой у меня нет в гардеробе. Это моей мамы. Но я не помню, есть у меня такие или нет. Так, приклеиваем. Это опять не наклейка. Но скоро будут наклейки. Так. И приклеиваем. Я такую полочку сделала, но она не похожа на полочку. Типа полочка. И вот наш шкаф. Ить, вот. Я переделала наконец-то, чтобы дверки держались. Так. Следующая коллекция. Радуга. Опять берем телефон и ищем.
Это оказалось достаточно удобно так искать. Так, смотрите, куда приклеивать, чтобы цифры не ставить. Так, вот я взяла. И вот наш пакетик. Открываем. Отлично. И берем. И нужно как-то поддеть. Сбоку получилось. Ух ты, здесь моя любимая. Это капсула вот такая. Капсула с миленьким котиком. Это капсула Kinder. И второе, это маркер вот такой. Вот у меня он есть в пенале, кстати. Не знаю, зачем он мне, но иногда нужен. Так, приклеиваем. Так, главное не потерять. А то они такие маленькие, эти сюрпризы, что их можно потерять. Так, маркер приклеиваем туда-то. Сейчас я вам покажу. Вот сюда. Приклеили. И теперь вот сюда. Так, вот сюда. Так, следующая коллекция — блестяшки. В ней наконец-то наклейки. А, кстати, мы забыли сумасшедшую. Давайте откроем. Быстренько откроем. Его приклеивать не надо. Это вот такое платье пластиковое. Так. Коллекция блестяшки. Я начинаю ускоряться, потому что уже слишком длинное видео выходит. Так, открываю. О, и здесь мое одно из любимых. Это вот такая вот монетка. Я просто взяла карандаш и над настоящей монеткой сделала и обвела. Отклеиваем. Кстати, первое, что я сделала. Отклеиваем. Идеально просто, обожаю. И нужно приклеить вот сюда. Вот подсказочка. Вот. И в этом ряду мы вообще ничего не приклеили, а здесь уже три. Так, и следующая коллекция, новиночка. Это что нужно летом? Ожидание, реальность. Вот страничка. Здесь по парам все. Ой, я потом пикси подниму. И вот это единственная вещь без пары. Посерединке будет. Интересно, она нам сегодня попадется? Вот наш пакетик. Это новый способ, как запаковать. И он хорошо работает. И это ладонь. А точнее, ладони, которые сделали вот так. Хм. Я вам могу сказать, эти ладошки прихлопнули комара. И это реальность. Мы просто прихлопываем комаров в вечность. Так, и вот я уже вижу контур подходящий. Да, тут контур. И постараюсь ровно приклеить. Это у меня не очень получилось. И вот наша ладонь. И последний сюрприз. Что нужно для котика? Вот наш котик. Я не скажу, как его зовут. Возможно, сегодня мы узнаем, как зовут этого котика. Но вряд ли, навряд ли. Вот так вот весь закрыт. Так, и оно чуть-чуть развалилось. Ну вот, я подклею. Так, и где ж наклейка? Вот. Это лежанка. Вот такая лежанка. И в нее можно положить нашего котика. И он тут может сидеть. Не спать, а сидеть. Вот она чуть-чуть у меня развалилась. Ну ладно, тут такая текстура. И она бархатная. Я сделала из бархатного картона. И давайте же приклеим. Тут никаких контуров нет. Куда хочешь, туда и приклеивай. Так, отклеиваем. Отклеили. Обожаю отклеивать наклейки. И приклеиваем вот сюда. Вот так у нас получилось. Ну и на этом все. Всем пока. Подписывайтесь на канал. С вами была я, Пикси. И всем пока. Пока-пока.